Не трогай, Даня, не надо. Не надо. Не надо. Даня это не оценит. Мась, иди посмотри. Иди посмотри, какая неведомая зверушка пришла в гости. Даня как на телевизор на нее смотрит. Ну и то, что там показывают. Мась, не погладь. Где у нее ушко? Покажи, Мась. Давай, покажи, где ушко у нее. Вот молодец, ушко, да. Где носик? А носик где у нее? Где у нее носик? Ругаетесь? Вы на нее ругаетесь? Маська ушко потрогала, да. А что с носиком? Не плямкаются. Понимаешь, это не такой обезьян. Говорит, я тебя сама поглажу сейчас. Питри гладит. Я тоже хочу ее поковырять. Даня, лучше не надо. Маруська, Даня у нас... Она у нас не дотрогай, не надо ее трогать. Девочка своеобразная. Она уже взрослая. Да. Даня ругается, говорит, это моя Питри, не надо ее трогать. Все, все, все. Все, да, не надо. Ругайся, не ругайся. Данюш, она хотела тоже поухаживать за Питри. Даня ругается у нас, да. Она говорит, я за ней ухожу. Ну, Даня, сегодня настроение плохое, сегодня да. Погода. Эти сегодня, как это называется? Волны эти, как их? Бури магнитные. Да, бури магнитные, вот. Маська интеллектуал. Все перебираются, облизываются, а она ходит пирамидки собирает. И я сейчас всех поругаю. Все, смотри, нормально перебирается сразу, видела?
Да, пришла тут такая. Опа. Маська, что ты ругаешься? Подругу твою, да? Тискают. Нельзя. Питер, иди сюда. Опа. И чё ты разоралась? А? Подумала. Да ты уже неинтересно стала, такая крикуха. Морти Беллерик. Видела? Смотри, как она за тобой ухаживает. Сама, значит, Маруську за уши, а потом пи-пи-пи, да? Маруся! Я тут самая адекватная обезьяна, да? Петрюх, где Маруська? Иди посмотри, где Маруська. Ого, какие у тебя зубы. Оп. Петр, а ты так умеешь? Лежать умеешь так? У нас языковой барьер. Да, Петр? Играть будет. Такой у нее хвостик, да. Все, Питрик, убежала? Ап. Все, спряталась? Иди играться, Питрик. Зачем ты это делаешь? Не надо. Я ты думала, только ты можешь такая быть. Приставучая, да? Ну, держи. Ты ж точно так же играешь. Как пристанешь? Иди гуляй, не надо ко мне тут приходить. Иди играй, ты ж любишь так играть. Ты так со всеми играешь. Ты всех так уже замучила. А самой так не нравится. Ага. Мась. Запузырилась. На разных языках не понимают, что происходит. Если хочешь обнимашек, это не понимаю, что с этим делать. Это надо тебе ногой в пузо толкнуть. Иди сюда, мой котенок.
Зайчка, иди к нам. Так, ты давай мою юбку не грызи. Марс. Тебе для чего? Не хватает. А, не нравится, так играет твоя лица. Все, сдалось? Иди гулять, чего ты? Оп, все, поймалась? Вот так. Борьба. Иди гуляй. Бьют. Трусиха. А что, победили тебя? Ты голосом берешь. Я все видела, не брит. И ничего не сделали. Я не говорит. Что ты орешь? Друзья, вот так наши девчонки встретили гостью. Подозреваю, что это сработала женская ревность. Ну а как сложились отношения у Маруськи и Нафани, смотрите в нашем следующем выпуске. Понравилось наше видео? Ставьте пальчик вверх. Также не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. До скорых встреч. Пока-пока.